Привет, YouTube, привет. Вопрос к подписчикам. Вот уже дней 10 идет вот такая фигня у меня. Пытаюсь там что-то внести, изменения, что-то сделать. Вот, например, вот это видео у меня получилось, там я не выключил телефон, и минуты две там как бы телефон просто лежал вот так. Закрыто было. Вот, хотел вырезать. Ну, естественно, сделал новое видео. Вот это видео такое же, только с вот этой помарочкой. Хотел удалить, оставить вот это. Ничего подобного. Идет обработка и все. Написал в техподдержку, где-то дней 5 уже прошло. И ничего. Что сделалось с каналом, я не пойму. И как от этого избавиться. Либо как-то сбросить настройки или что-то. Кто разбирается, ну, пожалуйста, подскажите. Как с этим бороться, потому что вот любую страницу, вот сейчас еще раз открою, допустим, вот открываем 7-ю страницу. Вот. То же самое, идет обработка. Вот, открываем там, допустим, вот очередную страничку. То же самое. И вот сколько ты снялась по страницам, все одно и то же. Что там за обработка идет, я не пойму, в чем дело. Вот, опять же. Вот. Как, куда ни ткнись, что за глюк, я не понимаю. Опять же, повторюсь, кто разбирается, вот, подскажите, что это за ерундистика. У меня на канале. Вот, и как с ней бороться. Потому что, ну, полазил я тут по меню, по тебю, и никаких результатов это не дало. Вот. Идет обработка и все, хоть ты что сделай. Вот. Что это, как это, может, знает, кто-то, может, сталкивался. Вот. С такой проблемой. То, пожалуйста, подскажите, что это такое, с чем это едят. Заранее спасибо. Ну, прошу глупостей не писать. Вот. А если что-то отдельное есть, подскажите, что и как. Еще раз повторюсь, в техподдержку я написал, сделал снимок с экраном, показал это все, рассказал, но ни ответа, ни привета.